Физкультурно-оздоровительный комплекс «Люберецкий» перепрофилируют во временный инфекционный стационар. Сейчас там завершают строительные и ремонтные работы. И начинается установка медицинского оборудования. Подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. Решение перепрофилировать ФОК «Люберецкий» в инфекционный стационар было принято из-за резкого скачка заболеваемости и роста числа госпитализаций с COVID-19. Масштабные работы начались неделю назад. Все, что связано со строительством и ремонтом помещений, установкой электрооборудования и мобильных палат, взяла на себя управляющая компания ЛГЖТ. Около 70 сотрудников организации работали в круглосуточном режиме, чтобы подготовить госпиталь в кратчайшие сроки. Электрики, маляры, плотники, сварщики. Ну, все те работники, это все наши работники. Сегодня мы на улице завершаем, вы видели, забор достраиваем, шлагбаум поставим и все. А так мы уже все завершили, свои работы, которые были возложены на отрезь. Дальше дело за врачами. Сразу после установки медицинского оборудования в этом госпитале начнется прием первых пациентов. Во временном стационаре установили более 200 коек. Ко всем подведен кислород. Даже уже сейчас при смонтированных палатах мы еще пытаемся как-то оптимизировать пространство, чтобы максимальное количество коек здесь разместить. Почему? Потому что я об этом сказал, здесь кислород. И, соответственно, любой человек с заболеванием COVID сможет получить полный объем медицинскую помощь, которая предусмотрена сейчас полисом. Временный стационар разместили в здании ФОК, чтобы не закрывать профильные больницы и поликлиники округа, и тем самым не оставлять жителей без плановой медицинской помощи. Отмечу, что прием пациентов с COVID-19 продолжается также в Красковской больнице. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.